Всем привет, с вами Семен, а это Broken Wheel. Игра по типу Little Nightmares, маленьких кошмаров, вторую часть которых мы с тобой проходили практически уже год назад. Ну не практически, там плюс-минус недельки две еще осталось до года, но это все не важно. Это русская игра от русских разработчиков, которые вдохновлялись опять-таки этими играми. Видел ее пару раз в комментариях, она вышла не так уж и давно. Это даже не полная игра, это демо-версия из Стима. Я приготовил джойстик, но он не работает, по крайней мере в меню. Работает только мышка и клавиатура. Ладно, New Game пока нажму, а джойстик пока тогда сюда отложу. Сейчас не знаю, сейчас посмотрим, загрузится, будет ли она работать. Ну и давайте посмотрим. Демка вроде как не длинная, я посмотрел где-то минут 20 примерно. Так что должно быть не очень длинно. Так, хорошо, она запустилась, она загрузилась. Судя по всему, то ли я это сам как-то додумал, то ли я где-то это реально видел. Это Россия 90-х годов. Мы вроде должны то ли мать найти свою, то ли чё ли. Я где-то это услышал на Ютубе уже, потому что искал эту игру. В общем, короче, ладно, подвисает маленько, хотя по тем требованиям вроде все более-менее было неплохо. Вроде все более-менее было низко и полностью подходило, даже превышало. Так, ладно, я уже вижу, там какой-то мужик, блядь, стоит в окне. Вон, мы в каком-то интернате, судя по всему, но у нас шапка-ушанка. Мужик, блядь, с головы в виде лампочки. Тебе нормально, да? А, да? Ага, свалил сучара. Ну, ладно, хорошо. Так, нам, судя по всему, отсюда как-то нужно выбраться, да? Ну да, на Little Nightmares прям похоже. В первую это я не играл, но вот вторая, это прям стопроцентная. Уля, кто-то сидит. Бабуленция! Тут, короче, джойстик работает здесь, но... Правильно, все равно написано на клавиатуре. Что это зеленое, что такое? Клик, левая кнопка мыши. А можно я на А нажму? Так, что на джойстике-то как? Так, прыжок. Б, присесть. Как это? А, серьезно, на джойстике нет ни единой кнопки, которая отвечает за левую кнопку мыши? Ладно, хорошо. Будем играть на мышке тогда. Мышка работает? Мышка работает. Да подожди-ка, блин, тут правда курсор на экране. Сейчас подожди-ка, я оп! Я встану и джойстик уберу на полку. Хорошо, левая кнопка мыши. Блядь, пиздец, наверное, вам будет видно курсор. О, блядь, бабулька-то сейчас встанет! А мне пизда. А что, он не ходить, ничего не может. Это какая-то смотрительница интерната? А что ты встал-то, ядрить тебя налево, блядь? А как ходить-то здесь? На ZXC? Чё он не ходит-то? Ты дебил? Вон, он видит, что происходит с ней. Типа говорит, ай-яй-яй! Чё, пизда мне? Пизда мне, да. Чё он не ходит, скажи мне, пожалуйста, блядь. Тогда давай комбинированно играть джойстик плюс мышка. Что за бред, блядь? Это же пиздец какой-то. Малой, ты чё творишь-то? Ты либо ходи, либо чё, блядь? Так, смотри, окей. Левое окно. Еба пульт, тут больше этого пацана. Ну, Little Nightmares, чё. Русские маленькие кошмары. Он, в принципе, блядь, застыл. Он не может ходить сейчас. Я тыркаю тырточку, он не ходит, блядь. Он не ходит! Уйди отсюда, блядь, мелкий! Короче, нужно было идти назад, я понял. Она, короче, как-то тоже, блядь, вся перебагованная. В первый раз там... Что-то вот... А, что в первый раз? Какой первый раз, блядь? А, я понял. Да? Да, пиздец. Так, не валяшка, да, не валяшка. Так, ну да, это какой-то интернат, смахивающий на школьную локацию Little Nightmares 2. Фотографии вон какие-то, кладовка. А что, я не могу в кладовку зайти полноценно, да? Херово. Вон девчонка без лица. Так, а прыгать-то как? Прыгать на Y? Прыгать на Y, хорошо. Короче, все брать... Подожди, а тут ты... Давай тогда я джойстик, правда, уберу. Лучше буду играть на мышке. Потому что, мне кажется, так будет проще. Прыгать пробел? Прыгать пробел, хорошо. Цепляться левая кнопка. Так, это тоже какая-то кладовая. Это тоже какая-то кладовая. Хорошо.
Продолжаем. Так, я тут заметил какую-то голову, блядь, похожую на графа Дракулу из первого фильма, блядь. Который этот был с лысиной в красном этом пиджаке. Блядь, курсор прям на экране, это очень херово. Давай я уберу его вот сюда за границы. Так, чё? Space to climb. А там чё, подожди-ка, ну climb-то хорошо, чтобы забраться. А дальше-то там чё, там тоже что-то есть, наверное? А, там сидит какой-то мужик, блядь. Это смотритель интернета, какой-то охранник, у которого, блядь, три руки. На его, блядь, ты видел, там чуть-чуть перебагало, это перелагало, оно вот так вот сделалось. Хорошо, ладно. Ладно, давай залезли. Куда ты, блядь, спрыгиваешь? С ума сошел? Залазь. Алло, залезь, блядь. Не хочешь? Что-то прямо именно здесь хочешь? Ну такая деревянненькая. Ну, будем надеяться, что это всего лишь демка будет. И когда она полноценно выйдет, она будет не такой. Клик. Что? А, чё? А, вот эту коробку толкать надо. Еба, гвозди вы! Бля, шит бежать, он что, и сюда идет, что ли? Пизда! Ой, блядь! Их двое! А, блядь, откуда их двое-то? А тут он один. Бля, заперли, суки. Заперли, мрази какие, смотрите на них. Так, короче, мне нужно просто убежать. Успеть. Мне нужно тупо просто успеть убежать. Не понял. А, как это случилось? А где мужик-то? Да? Лох, блядь. Просто лох тупой. Куда ты свалил? Ну ладно, хорошо, не особо сложно было. Хотя, учитывая то, что это, возможно, просто какой-то поломанный скрипт, блядь, этого я тоже не могу отрицать. Так, хорошо. Выбрались. Что, опять толкать или... А? Ну, я нажимаю на А. А, блядь, естественно, нажимаю на А, на дверь. А? Блядь, на определенной точке надо... О! Колоритный двор. Ну, это да, это, слушай, это когда-то везде было у всех. Ну, как когда-то везде было у всех, у меня такого не было, я такого не застал. Но, типа, именно вот эта вот, эта атмосфера вот таких вот лет я не застал. То есть, как я мог их заставить, если я в них не жил? А вот это застал, до сих пор даже где-то, наверное, есть, у меня в садике такие были. Вот качели, там песочница должна быть. Ой, блядь, это ракета. Ну, это такое, это ладно. И еще вот эти ракеты есть, на которые, типа, ты залазил и с них слазил, потом представляешь, что там какой-нибудь космонавт. Это да, это было, даже сейчас это где-то, наверное, есть. Песочница. Там вон турнички или что-то. А, это белье висит, вон турнички. Вон, видишь, песочница, песочек. Чего, удерживали кнопку мыши, чтобы взять предмет? Какой предмет? Мячик? А, да. И там пробел, чтобы бросить его. Да, хорошо. Вот эти тоже были кольца, блядь, да. Может был цирк устраивать, смотрите, типа я проложу в кольца. Это, да, это было. Да, я тебе говорю, это даже и сейчас есть, наверное. Так, хорошо, баллоны, по которым, естественно, прыгаешь, они там все промятые, ты можешь просто прыгнуть и наебнуться с них потом. Так, это грузовик, ничего, я какой-то тут побег из Шоушенка устраиваю. Ну, окей, пойдем. Я уже нажал. Ладненько. Это напарники мои, но они я их специально подговорил, чтобы с ними раз аккуратненько сбежать. Пока довольно неплохо, пока довольно интересненько. Я тебе говорил, да, она что, например, где-то на минут 20. Так, окей. Все, да, ну я тебе говорю, это мои братаны за рулем. За рулем мои братаны, они меня подвезли специально к нужному месту. Так, допустим, это там что такое? Там какая-то... Вот это мусоропровод вот это вот? Или что это такое? А, да? Хуй знает, я не буду это выбрать. Она, блядь, вся, не, вся из себя эта игра, поэтому мало ли выбраться, блядь, оттуда не смогу. И пиздец. Так, хорошо. А тогда куда мне? О, Юрий Алексеевич Гагарин. Граффити.
Графти, графти. Так, это что-то, это куда-то можно войти. Бестрация, я маленький, блядь. Люки вон. А что, на люках была буква К? По-моему, на них не было. Буквы К. Там было что-то, я не вспомнил, что это для буквы К. Это Мерседес, по-моему, да? Ну, это Мерседес, этот старый. Как он называется-то? Ну да, вон фары его, но это не Волга, 100%. Колорит, колорит, чувствуется, чувствуется. Так, хорошо, мне куда-то, я так понял, вот сюда мне надо, да? Да, блядь, Серёга, а чё мне там толкать-то надо? Может, на Ctrl сесть? Чё ему там нужно толкнуть? Ой, блядь! Пацанва, гопота! Ебаться, школу вернулся! Алло, я не хожу чё в школу, твари! Их, нихера себе, блядь! А чё такое-то? Это что такое, блядь? Это, как говорится, у страха глаза велики, блядь, или блядь, штаны мокроваты. Пиздец, уроды малолетние, блядь. Вам сколько лет-то, алло? Вы, блядь... Кошки. Вы, блядь, с от горшка, два вершка, наверное, еще уже курите, пьете. Вы, конечно, побольше меня. Ну, бывает, блядь, в жизни огорчение. Вон, я вам сниму портфель стянул, блядь. Школьник, блядь, ебаный. Ах, это портфель-то можно подобрать как-то? Что-то взял. Что там, пресс F, чтобы... Чтобы что? А, это для котов, блядь. Кота можно использовать, нихуя. Кот. Два кота. Сделай что-нибудь мне. Бля, здесь так нелепо наблюдать. Бутылку. Ладно, разберемся потом. А за хуя мне бутылка? Смотри, он катается как... Вот они, блядь, когда лаги полезны, можно поржать. А что за бутылка вот эта? Или что это такое? Весы какие-то, блядь. Ебануться. А, удержи левую кнопку мыши, чтобы подавать... Что? А чё это вот эту хуйню ты мне подобрал? Вон, блядь, смотри, как катается. Как по маслу, ебать. Ну, возьми, что за хернюшка-то вот эта вот? И как там? F? Это лазер. Вот, возьми предмет-то вот этот вот. Что тебе нужно сделать-то? В общем-то, хорошо. Так, какой-то... Это что-то, блядь, мясной цех? Что это за поебота? Какие-то свиньи... Так, ну это, судя по всему, да, какая-то фабрика, блядь. Там у нас чемоданы, блядь, с котами. Тут у нас фабрика сразу. Чё, блядь, гениально. Золотая жила, можно жить вечно, блядь. А, удерживайте левую мышку, чтобы... Я понял, а что мне нужно сделать? Что мне нужно взять и бросить? Крючок? Вот это? Вот это? Как оно не подбирается? А, подбирается! И зачем? А, в кнопку! Или куда? Да! Нет. А что за, блядь, черный мешок? Это кого-то похоронили здесь, блядь, или чё? Живую корову сюда засунули? Что за бред? На это можно как-нибудь залезть? А, можно! А, типа, я понял! Хорошо, окей, ладно, оно типа не давало каким-то макарам пройти конвейеру. Каким хуй, знаешь, может, блядь, сильно тяжело, и он сам останавливался, блядь. Какой-то инстинкт самосохранения конвейера называется. Я хуй знает, что это такое. Подбирай, ладно. Давай бросать. Блядь, только давай ты сейчас во всей этой канители ты не промахнешься и бросишь нормально. Отойди чуть-чуть назад. Не подойди чуть вперед. Еще чуть-чуть. Куда ты, блядь? Я знаю, что спейсбар. Нормас.
Так, я запустил. И дальше. Оно мне открыло дверь. А, веревку, чтобы зацепиться, сука, окей. А, мне надо вон туда вон залезть. Все хорошо, я понял. Надо залезть вон туда. И вот от... Блядь, ты даун, что ли, малолетний, что? Да дебилушка, вот залезь на вот этот трупак. Да что с тобой, блядь, происходит-то? Запрыгни вот сюда. Я знаю, типа, джамп. И удерживайте кнопку мыши левую. Нихуя батут! Ебать! Блядь, долго? Давай быстрее, пожалуйста. Во, нормально. Хоп, хоп! А чё ты, блядь, не прыгнул-то? А я нажал на кнопку. Блядь, надо было ещё на кнопку нажать, ладно. А что ты, блядь, не зацепился? Что ты не зацепился-то? Алло, пес, блядь, зацепись. Он не зацепляется за нее, я зажимаю ему левую кнопку мыши. Ее нужно, типа, не зажимать, а просто нажать. Хуй знает, что вообще происходит. Он не зацепляет. А, вот, блядь, зацепился, сука. Надо все-таки зажимать. Окей, я понял. Во, полетел. Сука, качели, блядь. Как свинья вон там, он жирный, несусь. Только я поменьше чуть-чуть. Это пиздец. Так, так, там еще мясорубка, блядь, электрическая работает. Ой, да ну нахуй, мне такую не надо. До свидания, как говорится. Так, хорошо, это... Ну это прям, да, это какой-то прям мясной завод. Можно жить тут вечно. В принципе, это пацанам можно и спасибо сказать, наверное. Да, правда, отпиздили, суки. И рты у них какие-то непропорционально огромные. Так, допустим, это почки, я так понял, свиные, да? Свиные почки. А мне туда надо, да? Мне нужно вон туда. А, он не допрыгнет оттуда. Отпусти, блядь, запрыгни. Да, он оттуда допрыгнет, зато вот отсюда. Так, свиная голова. Ничего, а вот эту... А, нож, блядь, вот. Вот, возьми нож. Не хочет? Не хочешь ли это баг опять, блядь, какой-то? А, вот тут что-то какая-то палка лежит. Это что это? А, это кость, блядь. Ее можно подобрать? Блядь, подойди, подбери. Да, ее можно подобрать, окей. А ты нахуй ее бросил-то? Ты тупой? А, бля, я на пробел. А, ее нужно закинуть на стол туда. Потому что я не смогу запрыгнуть, потому что у меня пробел. Это бросить. Блядь, да опять что ли эти бросания, херосания. Возьми в руку. Так, немножко подальше, немножко вперед, немножко туда, немножко вот так. Брось. Ты тупой или что, блядь? Алло, мелкий пентюк. Ты шапку зачем надел? Чтобы мне голову не застужать. Мне кажется, она у тебя, блядь, уже застужена 10 тысяч лет. Давай вот здесь встанем, напротив. Нахуй ты ее, блядь, так сильно, так мелко бросил. Постоянно, блядь, бросал, как культурист какой-то. Сейчас мы не можем, блядь. Давай, пацан. Пацанио! Бросай. А нахуй ты... Ой, какой ты сложный! Вот. Вот так. Теперь сам залезь, пожалуйста, блядь. Да давай ты сейчас еще не будешь выебываться и залезешь на эту табуретку. А как я костью должен это сделать, блядь? До этого бы и нож подошел вон тот. И палка бы какая-нибудь. Ну, хотя палка... Ну да, хотя ладно, хорошо.
Ладно, 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 не будем. Брось он нахуй. Аккуратненько так положил. Залазь давай теперь, чё уж. Ну, залезай. О, вентиляция. А, сейчас тут должен какой-то... И старый кошмар, тут сейчас училка должна полезть, я помню. Так, что, зажать надо, да, опять? Да, сейчас тут должна училка быть. Срочно. Или, ну, тут какой-нибудь Боров, блядь, учитель, интернатовец. Ой, блядь! Ну, вот он стоит, сучара! Ехера! Ехера! Блядь, такого даже в маленьких кошмарах не было. Беги, пацан! Беги! Ебать, что творится? Прыгни, прыгни, прыгни! Ну, как говорится, да, у страха глаза-то велики. А я ж пью, что ты мне не сказал-то? Что же все началось? Я же пью. Прыгни! Прыгай! Молодец! Херач! Ебать, что творится? Блядь, перепрыгни голову! Ладненько, это долго. Это будет долго. Чует мое сердце, это будет... О, там написано барбосы какие-то, или что там, блядь? Барбосы, да, здесь, блядь, живут те еще, сука. Вон, видишь, какой здоровый пёс. На свиньях-то, блядь, как поднялся-то, ты понял? На свиньях, ну, как поднялся. Ебать, тут траектория. Ебать, тут траектория! А это нужно, типа, блядь, как... Как в парке аттракционов, блядь, типа... Там груши висят, должен мимо них маневрировать. Сука, по сложности это... Ты что ты не прыгаешь-то? По сложности это сцена, блядь, как во вторых кошмарах с манекенами? Или как? Блядь. Прыгай, блядь. Да что ты не прыгаешь-то? Я же тебе нажимаю прыжки. Бля, паук. Прикинь, паук. Это вот на вот колбасу пожрёшь, которая вон со всякими тараканами, блядь, сделана из говна и палок. Вот превратишь его в такое месиво. Посмотри, пиздец, он у него что-то из спины вылазит. Что ты не прыгаешь, скажи мне, пожалуйста. Вот, я тебе подхожу. Прыгай, 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 прыгай. Прыгай, я нажимаю тебе пробел. Ладно, сучара. Блядь, я зачем зажимал, если нужно просто на него нажать, да? Вот это я умный, блядь. Так, вот здесь еба маневры вот здесь. Гони, гони, еба прилавки с картошкой. А, блядь, а чё ж ты не зажал кнопочку-то? Херит, ну я тебе говорю, вот чего это, когда ты жрёшь просроченную колбасу. Блядь, прыгай дальше, да прыгай дальше, ёбаный в рот, сгущёнка! Ага, хуй тебе, блядь, поймался таки. Поймала свинота. Ну, блядь, свинота делает других свинот. Зажал? Ну, зажал же, блядь, я тебе же зажал. Ладно, лови меня, сука, я все равно бесконечный я. Где-то вон жопа большая, а я-то быстрый маленький, поэтому я могу еще раз. Это провернуть, мне не стоит это труда. Еще раз могу, потом еще раз, а потом еще раз. Давай, 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 иди дальше жить свою просроченную колбасу, урод ебаный. Давай, давай. Давай, сюда, свидание, давай, давай, давай. Так, прыгай! А че, блядь, спустился? Ты же вон там так классно встал. Прыгай, блядь! Сука, я нажал все кнопки одновременно. Ну это, блядь, паук. Бал меня размотал, конечно. Да пиздец, а что ты? Просто разматывает, блядь. Он наелся, походу, теперь просто хочет разматывать. Блядь, ну так что ты будешь делать-то? Ну вон, встань на краешек второй коробки и просто подтяни. Опять жрать начал. Все просто, встань на краешек второй коробки и подтянись. Колбасный паук, блядь. Заводской. Что, блядь, тебе не нравится? Что, сука, тебе не нравится?
А может, не надо кнопки отпускать? А я отпускаю, блядь. А, не надо было, сука. Ну ладно, теперь ясно все. Так, вот тут, блядь, эти непонятные. Беги, блядь! Молоко! Опа! Еба, подтянулся! Подтянулся! Broken Whale, хорошо. Подтянулся и просто, блядь, в окно вылетел. По-мастерски. Так, ну и в принципе все. Ну да, где-то примерно, может, минут 20 получится. Там что-то отрезать, что-то вырезать. Там, где мои затупы и прочее. Неплохо. Неплохо, слушай. Мне понравилось. Довольно интересное все. Довольно интересное все. Будем ждать, что с этой игрой получится. И получится... Вот это был смайлик тут? Или... А, или был, наверное, грустно. Сейчас стало раз. Типа, демку прошел, уродов убил. Вот это он, блядь, вот это он после месяца жора. Вот это, паук вот этот, блядь, заводской. Ну, в общем, на все, будем дальше следить, что будет с игрой, выйдет ли она вообще когда-нибудь. Если выйдет, то опять-таки будем проходить, само собой. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и напишите комментарий. Также подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы пропускать самые новые ролики. Следующий в Broken Whale, наверное, да, когда она выйдет. В принципе, всем до встречи в других играх, друзья. Пока!